Привет, привет, друзья. Блин, пытаюсь пригласить в прямой эфир. Сейчас, посмотрите, секундочку. Так, плюсик. Это у вас По телефону запросов, понятно, звонит. нету. Вот так, пригласить. Какая-то хрень. Пригласить. Так, Маргарита, я тебя приглашаю, у меня кнопочка «Пригласить» Всем не здравствуйте. отправляется. Отправь, пожалуйста, еще раз. Так. Помахать, помахать. Сейчас я попробую тебя. Да я на тебя даже нажать не могу. И помахать не Я могу. не Какая вижу фигня. Сашу. Ну-ка, попробуй, отправь мне Фу-фу-фу, что запрос. происходит с интернетом, вообще непонятно. Вот, отвечаю, прям нажимаю, даже помахать не нажимается. Так, на тебя нажимаю. Так, вот, пригласить нажимаю, смотри. Сейчас пригласить, пригласить. Не нажимается на тебя. Давай сама. Попробуй еще раз отправить запрос. Да что с ней, что с ней? Должно знать, это очень, очень интересно, между прочим. Так. Ирен, привет. Так. Рит, отправь мне запрос, пожалуйста, еще раз. Я пока не вижу от тебя запросов. Какая-то фигня на самом деле. Ирен опять будет, да, то же самое. Ну это же прикольно на самом деле. Я вообще, мне нравятся эти такие прямые эфиры. Вот так, посмотреть. Вот смотри. Слушай, я не могу. Вот смотри, сейчас делаю скрин, и я не могу нажать принять. Так, где ты мне тут? Рита, вернись, я хочу замуж. Так, подожди. Вот, смотрю, посмотреть. Не могу, не могу. Что за фигня? Какая-то вообще дудка фиговая такая. Не... Так. Блин, ну это... Ирен, 35 годиков, выйду замуж. Сейчас мы все это ответим. Подожди, я не могу понять, почему я не могу принять в прямой эфир. Попробуй еще раз, отправь, Рит. Я тебя очень прошу. Потому что вот, я сейчас... Что за фигня? Привет, 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 друзья. Все написано так. Ну что за херь такая? И, например, добавить человека. Пригласи. Пипец какой-то, что за хрень? Пригласить. Не нажимаю, не получается. Риту. Что тут происходит? Подождите, друзья, разбираюсь, блин, в Инстаграме. Капец, короче, какая-то фигня. Да дела-то отлично, все в порядке. Вот не могу разобраться, как приглашать, добавлять и что вообще как бы делать с Инстаграмом, с этими ребятушки. Жизнь вообще. Мы ждем Риту, потому что хотим замуж. Да все вы выйдите замуж, подождите, женитесь, только дайте этот. Так. Девушка в очередь, пожалуйста. Сейчас она, подождите, присоединится. Рит, пожалуйста. Смотри, сколько людей тут ждут от тебя вообще запросов. Так. А ну-ка вот этот вот. Дай я сейчас попробую. Так я его не могу. Вот смотри, просто мне присылают запросы. Я вот делаю скрины. И какая-то фигня. Я с VPN сижу, конечно же. А как я еще могу сидеть? VPN подключен, все нормально. Слушай, а может быть такое, что у нас разные VPN, и из-за этого как бы, ну, не подключается? Рита не просто сваха. Ждите, сейчас. Рит, закинь еще раз запрос. Попкорн кушаем.
О, Канаде тоже большой привет. Раньше еще на войну не идешь. Один берет, автомат и вперед, а ты что не идешь? Так, сейчас, друзья, подождите, дайте я выйду, созвонюсь с Ритой. И...